Гомельские пограничники задержали 36-летнего украинца, который пересекал границу в обход пункта пропуска. После задержания мужчина пояснил, работал в России, а затем вернулся домой к супруге в Гомель. В Беларуси он пробыл необходимое время на карантине, после чего решил вернуться на заработки в страну-соседку транзитом через украинскую территорию. Однако, узнав о необходимости нахождения на самоизоляции, мужчина решил пересечь границу в обход пунктов пропуска. За нарушение пограничного режима, а также покушение на незаконное пересечение государственной границы, данный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 11 базовых величин.